У меня отек, правда, на пол лица. Ну, извиняйте, у меня второй подбородок из-за... Ну, это типа отек. Я вот даже вот просто так вот сижу, у меня второй подбородок. У меня такого не бывает обычно. Ну, вы этого не видите, но это на самом деле заметно. Если вот убрать полностью отек, вот тут у меня вот так вот было. Ну, ладно, не вот так вот, но видите, когда я улыбаюсь, он прям меня какой-то толстый делает. Привет, я так соскучилась, пиздец. Я уже забыла, как стримить. Ребят, ты заплыла? Я говорю, это отек. Ляписька, привет, фруктоска. Фри, не фруктоска получается уже. Фри только эвелончик. То, что колоть губы больше не будешь? Не буду. Потому что, во-первых, у меня там места нет. Но у меня же вообще сам по себе очень губы маленькие. И еще зубки надо немножко отбелить. Короче, комплекс сейчас немножко маленького рта. Я его так называю, потому что я вообще не хотела об этом говорить. Почему я говорю, не знаю. Потому что я не люблю делиться своими комплексами. Ну, короче, я поняла. Я просто, мне пришло осознание того, что мне не с кем поделиться проблемами. Я это, блядь, поняла просто. Ничего вроде бы для вас такого нет, но всю жизнь со мной Сережа был, как бы, 3 с хуем года. И, ну, как бы, когда рядом есть человек, ты всегда ему что-то высказываешь, что-то говоришь. Ну, типа, приходишь домой, блядь, я не знаю. Что-то рассказываешь ему постоянно. Типа, звонишь, по любой проблеме ты, ну, он всегда в курсе, у тебя как-то, знаете, какая-то накопилась проблема. Даже вчера вот эта ебучая с лифтом, вообще, ну, типа, ничего такого нет. Вот, и я вчера как-то у меня, ну, отлегло даже, когда рассказала вам, и в то же время я подумала, блядь, зачем я это вообще записала? Потому что некоторые челы начали на меня гнать, ну, там буквально единицы. Там буквально единицы писали, типа, да просто мужик, типа, уставший, ты реально могла придержать ногой или рукой. А я такая, ладно, я просто хотела рассказать историю, типа, как ну, действительно произошло, и другого не могло как-то, да, произойти. Вот как произошло, так произошло, так вот я и говорю, типа, вот мне просто не понравился его, как бы, первоначальный подход у этого чела, у этого мужика, который, ну, сагрессировал на меня. И мне начинают писать, типа, вот, ты могла это сделать так, ты могла сделать так, а я первоначально, ну, просто дело в моменте, вот так просто было, я сгорела и записала сторис. 3 месяца назад я бы просто рассказала Сережу, мне бы было похуй, и все, я бы вам вообще ничего не рассказывала, я бы вам рассказывала только нормально. Так что, сори, если я какой-то... Я стараюсь, как бы, держать в себе, ну, блять, я... У меня тогда привычка будет вообще ни с чем не делиться. Это, ну, я не могу как-то этот найти золотую середину. Здорово. Я хочу рассказать вам про новый режим на Hell Story – Coin Flip. Играешь против реальных людей или можешь сам создать игру. Подбрасываешь монетку и с шансом в 50% забираешь в 2 раза больше. Сейчас я все покажу. Заходим в первое попавшееся лобби. Тут скинов у нас на $18, я вкидываю столько же, и мы играем. Как видите, я выиграл, с шансом 50%, потому что фортуна сегодня на моей стороне. Так, ну что ж, скинчики я выиграл, теперь их можно моментально вывести. Не забывайте, что также на Hell Story есть классический режим, постоянные розыгрыши и акции. И самое главное, мой промокодик, Chilling, вы получите халявные 60 центов, без депозита. Залетайте по ссылке в закрепленном комментарии и попробуйте сами. И про мой промокодик не забудьте. И мне, короче, то, что, ну, пришло осознание, видимо, того, что я живу без Сережи, и мне так одиноко, пиздец. Короче, надеюсь, что через 2 дня приедет Рома и будет полный разъем. Мы такой контент завезем вам. Да-да, и по итогу обосрутся, а я так никогда не говорила, типа, о, я вам там контент завезу и так далее. Что-то не пизди давай. Мы еще в Киев поедем. Ой, там вот такой контент, бля! Короче, скорее всего, я поеду в Киев ближе к октябрю, где-то октября 10-го, может, если впустят, конечно. Я, скорее всего, поеду на автобусе, не знаю, может, с Гагиком поеду, ну, с Ариной точно. Не, мы встречаемся со Строгом, мы встречаемся. А, да? Да, мы встречаемся вообще-то и все это время встречались. Ну, типа, из серии, эта тачка такая же маленькая, как твой член, например, ну, что-то типа такого. У меня была прям жесткая шутка. Давай. Ну давай, Строго! Блин, мое место было! Ну что тебе такого? Интересно, да куда это смотрит? Правда то, что Строго что-то есть вместе с Гицухой? А вот это надо у него, вот у него, лучше спроси, да. Да, конечно. Или Аринян? Нет. Нормально. А как относится каравай, то что, ну... Ну вот сейчас Ваня приедет ко мне, блин, на квартиру. Будет жить у меня 1-2 месяца. Вот тогда и поговорим, встречаемся мы или нет. Опа, интервьюшечка на вершине горы, ребят. Как относится каравай к тому, что... Ну, Аринян ради... Ну, я слышал то, что Аринян ради хайпа, ну... Да не. Не ради хайпа.
Не, ну Наташу я люблю, как бы, сразу говорю. А, то есть вы с ней... Зачем вы мне это кидаете? Какой хайп. Мы реально встречаемся, вы чё? Десаут раздает советы молодому. Так. Потому нет, что больше неинтересно будет, знаешь, типа, ты сам будешь понимать, ну, что да, ты да, очень да, легко да, добиваешься да, ее. Да, согласен, да, согласен. Прикинь, согласен, ты, вот что бы ты ни сделал, она будет прям согласен. Сразу. Ну, вот, согласен, так неинтересно. Согласен, ладно, да, извини, согласен. Я такие, знаешь, сделаю легкие, и ты когда сам догадаешься, что надо сделать, и вообще ты так кайфанешь от этого процесса. Окей, хера? Спасибо. Да, ты типа такой, бля, это я сам все-таки делаю. То есть мне вроде подсказали, но не так серьезно, чтобы как бы... Да, Десаут, спасибо тебе огромное. Столько инсайдов. Блин, Ваня, ну, знаешь, блядь, вот, если по-честному, я с этим человеком, который тебе нравится, жил 2 года. У меня опыта дохуища. Я могу тебе вообще какие-то подсказки, можно сказать, нет? Давай. Я же знаю, что ей нравится, что ей не нравится. Куда, кого, что. Эй! И в это зарядился сразу. Как я до этого не догадался? Блять, Ванёк, я попасть не могу, ёбаный рот. Мы спали, они спали вместе, он ему советы давал там. Ладно, шутка, им было не до чтобы она не знала, что я тебе подсказываю? Да. Так она не будет знать об этом, Ваня. Не будет знать, Ну там вообще не до меня было, он строго... Ваня как приехал к Сереже, там вообще не до меня было. Там ни о каких разговорах обо мне речи не шло. Там они сами себя дополняли вдвоем и просто ТНН, понимаете? Зачем? Кто? Какая яйцуха? Кто это такая? Зачем она нужна вообще? Там вообще друг важнее. Они спали, да, спали вместе и все.